I am the ambassador of Pakistan to Ukraine, and it is our great pleasure to organize Pakistan-Ukraine Squash Friendship Cup for the first time to mark the 30th Independence Day of Ukraine and also our 3 decades of friendship, in which we have invited players from Pakistan as well as from Ukraine to participate. And it will be a great pleasure for all of us to invite you to participate in this event. It's the fifth element from 18th to 19th of September. I'll ask Kamalia to join me in inviting everybody to this cup. Thank you. А я сегодня имела честь и большое-большое удовольствие впервые раз в жизни поиграть в сквош вместе с послом Пакистана и вице-президентом Федерации по сквошу Аленой Оганесян. Спасибо вам огромное. Я получила массу-массу удовольствия и даже не заметила, как просто пролетело время. Было очень сложно. Я играла до этого в теннис, я играла в бадминтон. Но я не думала, что это настолько сложная игра. И я знаю, что говорят, что это вообще как бы самая сложная игра, правильно? Но самая здоровая. Да, самая здоровая, да. Похудеть можно вот просто вот так. Ух, я уже тут подумываю походить на самом деле. Ну, хочу сказать, что в честь 30-летия дружбы между Украиной и Пакистаном 18 сентября посольство Пакистана организовывает турнир, дружественный турнир по сквошу между Украиной и Пакистаном. Соберутся лучшие игроки Пакистана и Украины. Здесь, в пятом элементе, 18-19 сентября. Приходите, поддерживайте, болейте, знакомьтесь с игрой и что? Может, вы тоже захотите начать в нее играть? Я хочу сказать от себя и от всего украинского сквош комьюнити спасибо большое посольству Пакистана, пану послу, также вам, Камали, за то, что вы познакомились с нашим прекраснейшим видом спорта, таким как сквош, за то, что вы массово приглашаете всех людей знакомиться с ним. Давайте развивать сквош вместе. In squash we trust.